Туман Астериона в темную ночь очень просто увидеть невооруженным глазом, но в инфракрасном свете она предстает в новом измерении. Скопление массивных звезд под названием Трапеция — область рождения новых звезд, формирующих форму туманности. Это самые молодые протозвезды, скрывающиеся в самых плотных облаках пыли. Центральная область этой туманности — только малая часть широкого пространства, насыщенного газом и пылью. Она представляет собой самые большие звездные ясли нашей галактики. Космический телескоп NASA Spitzer наблюдал большую полосу в этом облаке, открыв громадные пылевые структуры и мириады скрытых в них новорожденных звезд. Струи материала, исходящие от этих протозвезд, по мере своего движения подсвечивают окружающие облака газа. На этом снимке инфракрасный свет струй виден как зеленоватые дуги и волокна на фоне красной пыли. Детальный снимок Хаббла в видимых лучах дополняет инфракрасное зрение Спицера. Объединив их вместе, мы получим более полное представление этого знакомого объекта. Синие и зеленые детали показывают горячий газ в туманности. Оранжевые и красные — пыль.